Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь, жмите на колокольчик. Ну вот я приготовил это самое мясо по-португальски. Вот оно выпекалось 40 минут. Сейчас оно только и вытащил. Вот такие кусочки уже курятины полностью готовы. Вот. Ну, сейчас горячий, наверное, кушать их. Вкусно. Курятина уже сготовилась. Можно немножко было подсолить побольше, но ладно. Итак, сидим. Вкусно. Сейчас остынет. Будет еще вкуснее. Так, рецепт простой. Значит, мы должны в чем будете запекать. В моем случае это чугунная сковорода, которых я выпекаю разные пироги. Вот, я их смазал растительным маслом чуть-чуть. Взял две луковицы. Можно просто мелко порезать, а можно через блендер пропустить. Через процессор. Я все это дело измельчил. Выложил на смазанную сковороду весь лук по всей длине. Взял куриную грудку, но отбил ее с двух сторон, немного посолил. Можно, конечно, было поперчить, конечно. Я это делать не стал Вот. В основном вот эта еда готовится из говядины. Но так как у меня говядины нету, пойдет и курятина. Так, значит, отбил, посолил, сверху засыпал жестким тертым сыром. Сверху намазал сыр майонезом. И поставил в духовку выпекаться. Ну, на 35-40 минут. Выпекался я, это курятина, то есть мясо по-португальски, 40 минут. Сейчас вот она остынет, можно будет кушать. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Подписывайтесь. Также можете подписаться на мой второй канал. Называется «Огород на всех широтах». Есть, правда, и третий. И сад на всех широтах. Вот, ну куда хотите, туда записывайтесь, подпишитесь. Ну, а главное, чтобы сюда подписались. Вот. Что еще могу сказать? Ну все, приятного аппетита. Можете себе так и сделать. По моему рецептику. Попробуйте, напишите в комментарии, как у вас получилось, и все. А мясо, наверное, надо чуть-чуть подсолить. Вот. Ну, я думаю, если сыр немного соленоватый, то, наверное, и не следует солить мясо. Вот можно было поперчить немножко для аппетита. Но в следующий раз так и сделаю. Вот у меня здесь уже курятины не осталось. Там чуть-чуть остался маленький кусочек курятинки. Ну, в следующий раз, я думаю, у меня все получится гораздо быстрее и лучше. Только майонезу как раз я использовал целый пакетик. Такой небольшой. Вот сюда все поверх замазал и все. Еще раз спасибо за просмотр. Жмите на колокольчик, чтобы не пустить следующее видео. Короче, такое мясо. Оно такое нежное, особенно когда я отбил ее. Это курятина. О, вкусный, вкусный мой. О. Нормально. Можно даже не солить, потому что сыр расплавился и стал соленый. Сейчас остынет. Можно будет кушать. Приятного аппетита всем. Спасибо, что вы смотрите. С вами канал «Все для огорода». Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Можете попробовать такой рецептик приготовления мяса по-португальски. Вот. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока-пока. А, да. Приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду.